скворец. Обратите внимание, линяет из детского оперения во взрослое. Вот это вот красивое, яркое такое, блестящее, это взрослое, а серое это детское. На кормление птиц уходит много еды, зато потом смотрите, какие у нас хорошие получаются упитанные птицы. Если тебя поймает перепелятник, он будет очень доволен, слышишь? Дрозды пока что все рябинники. И все линяющие, вот, ну, тоже как это ювенальная линька, первая линька в жизни. Суров. Суров. Так, прошлый дрозд меня загрыз. Этот просто на меня молча открывает рот. Ну и пожалуйста. Так, еще один рябинник. Вороны летают. Это черный. Он сейчас не черный, он еще молодой. Вот, но будет потом либо черный, либо такой бурого тоже цвета, если это девочка. Здесь еще один чувак. Еще рябинник. Вы что все такие ленивые? Этот рябинник уже, он постарше, и он уже полностью перелинявший, то есть здесь вот нет никаких залысин на голове. Это почти полностью взрослое перо. И вот это такое, что за фигня? Чё вы опять птичками разбрасываетесь? Еще один дрозд. Жир. Супер жир. Вот они здесь будут жить теперь. По крайней мере, какое-то время. Ага! Вот тоже, видите, здесь сейчас линька идет у птиц. Поэтому он здесь похож на дикобразика. Вот. Еще один рябин, немножечко с кривым клювом, но у него ничего не отрастает. Ну, в смысле, ничего ему не мешает. Корректировать клюв не надо. Так что может справиться без нас. Еще один рябин. Хоть кто-то красиво летит. Это еще один черный дрозд. Так, еще один черный. Еще один черный. Они никто не хотят далеко лететь, потому что, ну, они здесь жили. И, короче, в большинстве своем они где-то здесь остаются тусить первое время. Какой-то выводок черных пошел.
открывается. Этот сквош помоложе, он только начинает линять. Вот тут вот видно, у него начинают расти взрослые перья. Но в остальном он еще серенький. Так, все, последний на сегодня. А, выпуски запоздалых скворцов прошлогодних. Очень. Еще один скворец. Это иволга. Молодая, тоже выращенная в этом году. Поэтому еще не желтая, не зеленая, просто вот. Ну, спасибо. Ну-ка, давай. Да. Так, деревенская ласточка. Опа. Прости, я тебя не ходила. Еще одна деревенская ласточка. Так, давайте, чтобы тебя тоже подхватили сразу. Номер 3. Четвертый номер. Да! Так, придется прерваться. Так, внезапно попавшаяся трясогузка. Так, еще одна деревенская ласточка. И еще один. И еще один. Давай. Слышь, тебя там орут. Это воронки. Маленькие городские ласточки. Они уже не маленькие. Они уже хорошие. Я решила, что я их буду парами вот так вот поднимать, чтобы они сразу вместе летели. Деревенские у нас вчера выпускались. Но из-за кучи дел, короче, не успевается сразу все. Пока отлавливают. Ну куда? Куда в лес? Надо будет потом вольер для ласточек делать прямо на открытом пространстве, потому что наши сосны с каждым годом все поднимаются и поднимаются. Так. Вон они летают. Давай. Чтобы сразу их в стаю просто собрать здесь. Так, где они? Я слышу, но не вижу.
Но если я слышу, значит где-то рядом. Давай. Thank you.